В Мангистауской области зимует большая стая лебедей. Белокурые красавицы обосновались в 20 километрах от Актау на озере Караколь. Караги каракольского заказника. По подсчетам сотрудников инспекции лесного хозяйства и животного мира, на территории природоохранной зоны насчитывается около 16-18 тысяч этих краснокнижных птиц. Снять лебедей на квадрокоптер смог местный житель Нуркен Тажибай. Его видео уже завоевывает популярность среди пользователей социальных сетей. К слову, на Каспий прилетают евразийские виды лебедей, а именно кликуны и шипуны. Чаще всего для зимовки они выбирают именно озеро Караколь. Там хорошая кормовая база и вода практически не замерзает. По мнению специалистов, птицы пробудут в регионе до февраля. Лебеди сами прилетают на зимовку, но в основном они прилетели из других соседних стран, например, из Российской Федерации, из-за аномальных похолоданий, то есть морозов. Обычно у нас бывает в теплое время, пока в других местах аномальное похолодание, ожидается то, что они направятся в ближайший Азербайджан, то есть в мелководье, или в Иран. Ну, у них такой перелет.